Добрый день, мои дорогие любимые. Ну, я так понимаю, что сегодня выходной. Все закрыто. Сейчас посмотрю, что есть, что почем. Распродажа. Так. Сейчас посмотрим. Мало людей. Я так и поняла. Проходила. Еще на остановке посмотрим. Если народу мало, значит, или закрыто, или выходной у многих. Так. Даже 13 есть мелкие. Чавель, лучок. Да, закрыто. Ну, так уже покажу по цены на сегодня. Никого. Так, сейчас редиска уже по 18. В понедельник у тебя огурчики 45. Грунтовая домашняя редиска по 13. Что-то лимоны. Лимоны по 5. 5 или 6? Нет, 5. Ну такие уже не первой свежести. Перец 70. Перец или гагашары? 65. Перец или гагашары эти? Гагашары? Да. А, гагашары? Турция? Турция. Помидорки по 20. Помидоры тоже Турция? А это все Турция, кроме редиска и этот... Угу. Редиска по 15. Наша молдавская, да? А капуста? Капуста Македония. Македония. У нас еще рано, только рассад вышел. Угу. Потому и холодно у нас. Ну что, у нас нормально, тепло же, хорошая погода. Тепло же, хорошая погода. Это сейчас рассад только выходит. Только вышло. Угу. Спасибо. У нас теплицу, чтобы сделать, надо как, тепло. Угу. Ну да. А там, где тепло, там теплица не нужна. Там есть теплица, но там по-другому, не как у нас. Климат. Никого нет. Мужчина ходит с проверкой. Капуста Македония. Сегодня тишина и благодать. Посмотрите, сколько лимонов порчено. Ой, ничего себе. Вот это да. Это как я тоже взяла 2 лимона с локала. И они такие лежали, такие испортились, и я их выкинула. Не успела съесть их. Чеснок 70. Иду вовнутрь, посмотрим. Огурчики по 15. Наши молдавские или нет? Или нет? Молдавские? А? Откуда огурцы? Какие огурцы? Девочка, Краснодарский край. Краснодарский край? Краснодарский край, да. Даже с Краснодарского края огурцы везут. Так, сейчас посмотрим, что здесь. Тоже никого. Кому интересно. Ну, никого нет. Редиска по 15 у всех. Так что вот сегодня обстановка на рынке. Криулян, криулян. Огурцы. Редиска по 12. Ну, мелкая, мелкая, мелкая. Даже по 10 редисочка. Наша молдавская? Да. Да, молдавская наша.
Миленькая. Вкусная, попробуйте. Неплохая. На вкус вкусная. Мужчина сказал, редиска по 10. Ну, мелкая-мелкая такая. Так, на фасоль. Кому интересно. А семечки почем тыквенные? Почем семечки? 40. 40, да? Банка 40. Дома? А, вон, да, там чищенные. Очищенные? Так, баночка почем чищенные? По-моему, столько же. Столько же, да? Да, это пол-литровый. Поменьше. Даже пол-литровый, наверное, может, даже чуть меньше. Угу. Ну, все, я иду на выход. Все. Так, цены сегодня. Лучок по 10. 15, полкилограмма. Все, сегодня выходной. Всем хорошего дня. Пока-пока. Сейчас грибы немножко покажу. Хочу. А вешенки по 50, да? Да, последние. Последние. Вон такие красивые. По 35 были тоже. Девочка, на 22. 22, дедов шок, да? Все, выхожу я на выход. Все везде закрыто. Мясной закрыт, выходной, короче, сегодня. Что тут кушают, что ли? Ой, куда я попала? Сейчас выйду отсюда. Так, здесь покажу вам немножко. Да, выходной сегодня, понедельник, выходной. Так что все, выхожу я. А рыбу сейчас покажу еще. Цены, если получится, что видно рыбу. Беляши с мясом. 15 ли. Все, всем хорошего дня. Вышла я сюда к Молтелекому. Все, всем хорошей рабочей недели. Всем пока-пока. Всем мира и добра. Пока-пока. Мы сейчас мозаику еще покажем здесь. Тоже только заметила, да? Сколько раз проходишь здесь, не замечаешь. Только заметила. Тигина. Я вышла на Тигину. Все, иду я дальше. Всем пока-пока. Будьте здоровы.